Все детские сады Арцизо 20 февраля отключат от электроэнергии. Долг энергетикам составляет 115 тысяч гривен. Если до этого времени учреждения не найдут эту сумму, в среднем каждый садик должен 15 тысяч, компания-поставщик выключит свет. Мэр города Владимир Михов обвиняет во всем местных депутатов, с которыми он уже давно конфликтует. Избранники никак не могут принять бюджет на этот год, поэтому детские сады не получили деньги на оплату электроэнергии. В свою очередь депутаты оппонируют городскому голове. Бюджет должен пройти согласование исполкома, который никак не может собраться. Мы предлагаем ему альтернативный вариант. Расширить исполком, заполнить вакансии, 7 вакансий заполнить людьми. Они войдут в состав исполкома и будет возможность, ну, больше голосов и будет возможность проголосовать проект бюджета. Значит, в ответ на что, как бы, он начинает вносить кандидатуры, опять-таки, своих аппаратчиков, которые сидят на вот этих зарплатах и премиях, которые фактически являются его людьми, и они все равно будут голосовать так, как скажет мэр. Чтобы утвердить бюджет, у депутатов и мэра Арцизо остается неделя до наступления санкций энергокомпании. Репортер следит за развитием событий на юге области.